В Уральске столкнулись два автобуса, пострадали более 40 человек. ЧП произошло в 8:40 утра на улице Жангирхана. С места происшествия машины скорой помощи забрали около 20 человек. Позже за помощью к медикам обратились еще 25 человек. Всех пострадавших обследуют врачи областной клинической городской многопрофильной больницы. Известно, что госпитализирована беременная женщина с ушибом грудной клетки. Как стало известно, пассажирские автобусы номер 5 и номер 7 не поделили дорогу в час пик.